Здравствуйте, меня зовут Юлия Владимировна Сяглова, я руководитель программы магистратуры Института отраслевого менеджмента РАНХИК «Цифровая трансформация в бизнесе». Сегодня мы уже не представляем многих бизнес-процессов, клиентских сервисов вне цифровых технологий. Это удобно, быстро и часто дает возможность компании получить больший трафик клиентов и выручку от продаж. Цифровизация дает бизнесу колоссальные преимущества, позволяет экономить ресурсы, делать прогнозы и более точно соответствовать ожиданиям рынка. Российская экономика остро нуждается в специалистах, которые смогут использовать цифровые инструменты в управлении. Поэтому на нашей программе мы открываем слушателям весь спектр возможностей цифровизации, не ограничивая их одной сферы. Обучение проводят практики из самых разных отраслей – банкинга, ритейла, производства, консалтинга, хорики, сферы IT. Первый год студенты изучают современный менеджмент и далее переходят к профильным дисциплинам, таким как цифровые продажи и маркетинг, экономика цифровых платформ, блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, бизнес-информатика и другие. 90% лидеров ведущих мировых компаний называют цифровую трансформацию главным приоритетом современного бизнеса. Приходите на программу «Цифровая трансформация в бизнесе». Вы научитесь решать ключевые задачи новой реальности, успешно использовать в работе передовые технологии и станете незаменимым сотрудником для компании любого масштаба и сферы деятельности.